Иван Трофимович Белов – настоящая легенда уголовного розыска в Ленинском городском округе. За его плечами сотни раскрытых преступлений, десятки обученных сыщиков. Не поздравить с Днем защитника Отечества бывшие коллеги и ученики ветерана просто не могли. Всего коллектива нашего управления Ленинского, вот, в преддверии Дня защитника Отечества, а вы настоящий защитник Отечества и продолжаете его, будучи ветераном. Вот. Поэтому, ну, примите скромно от нас маленький тут подарочек. Сейчас Ивану Трофимовичу уже 92 года. За свою долгую жизнь он успел послужить в полку специального назначения. Сейчас его называют президентским. Поработать в органах внутренних дел, дослужиться до звания полковника и стать начальником управления. Я ушел в отставку в 86 году. А вернулся в 97-м опять, значит, помогать, значит, да, молодежи, значит, старались до 2008 года. Говорит, работа, конечно, не из легких, но он ни о чем не жалеет. Если не любил бы, значит, я, значит, столько, значит, не отдал бы, значит, силы, здоровья, значит, трисковали. Ну, а в всех делах трудно. Это целые, значит, мемуары надо писать. На заслуженный отдых Иван Трофимович отправился только в 2008 году в возрасте 79 лет. В 2008 вот только году я, говорит, пошел отдыхать. Но это отдыхать не в том понятии, что человек просто сидит и отдыхает. Он постоянно в обществе. Постоянно общается, постоянно что-то, вот при вручениях каких-то, званий и так далее. То есть, ну, человек не выпадает. То есть он все еще в вашей команде? Он еще в строю. Все эти годы с ним рядом была его боевая подруга, жена Анна Парфеновна. Ругались до 3 часов ночи. И я тоже была милиционером иногда. Вот так, правда, правда, это было. Спорили много. Она, несмотря на частое отсутствие супруга дома, из-за службы сумела сохранить семейный очаг. И, как уверяет ветеран, во всем его поддерживала. Вместе они уже 57 лет. И это не предел. Жизнь закалила. Смеются супруги. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видно ТВ.